И вновь здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Продолжаем проходить Uncharted 4, Путь вора. И близимся как бы к финалу. По-моему, одна из последних глав, это значит одна из последних серий. Мне так кажется почему-то. Чуть на Ленку не прыгнул. Так, Галеон, да, значит. Офигеть, какой здоровый. Охренеть. Не один. Это кладбище кораблей. Что там? Ну, нам, видимо, туда, в ту сторону. Ничего вроде не блестит. Здесь можно спуститься. Выглядит надежно. Зачем да, здесь спускаться? Можно было, конечно, перелететь на крюке, но ладно. Чую, нам придется по кораблям скакать. Что там такое? Близко. А, черт. Смотри. Это Сэм. Он окружен? Да. Пошли. Надо его спасать. Надо выйти к воде. Эй! Они сзади! Укрытие! Давай! Да ладно. Только-только я хотел уклониться. Надо выйти к воде. Кто-то не херачит. Что-то с пострелухами в последнее время проблема. Что это было? Надо выйти к воде. Так, давай прорываться вперед или вообще лучше назад уйти, что ли? Тут укрытий никаких нету. Суки.
Чуваки, они там все собрались. Не везет с пострелухами. Надо выйти к воде. Укрытие! Давай! Так-то получше будет. Привет! Вот это я зря. Давай, держи его. Да, блядь. Нет. Хавайся, Ленка. Свободен. Где граната Серьезно? Была? Я по ним стреляю, им хоть бы хны. Положили. Чем они больше, тем труднее их завалить. Ага. А снег растаявший, он вода. Не, другую. Даю. Чем мы всех положили? Пошли. Можно следы через днём. Ой, блин, еще броневичок один. Хотел сказать, дробовичок. Да зараза, вот когда он вплотную подходит, его просто не завалить никак. Укрытие. Вот так вот, с одного пинка по-спартански он меня, короче, валит. Просто Нейт не спешит, короче, это в укрытие. Неплохо.
куда пошел с грязной жопой? Так, ну, по крайней мере, этого завалили. Так, раунд закончился. Где этот хмырь? Так, это винтовка-то какая-то? Нет. О, смотри. Чё там? Поможешь мне? Ща. Ща всё будет. Ты куда делся, Сэм? Куда побежал? Ну, вот и ответ. Так, это дробовик, наверное, да? Гасен Нео. Стой! Стой! Подожди, они что, сзади обошли нас? Ну это мы их сзади обошли. Сзади? Козёл. Эй, козёл! Блять, он чё, знает, что я... Что я говорю, что ли? Так, для прикола вырубил. Же я рад тебя видеть. А, ты там? Как насчет убраться отсюда? Я за. Зажигалку нашел? Готов!
Да ладно, здорово завалил. Хорошо. Жену не тронь, хотел сказать, она уже его завалила. Я зайду сзади! О, это оттуда! С того корабля! На палубе внизу! Сейчас! Чё-то я не припалил, где они там орали. Вижу их! Снял? Вроде снял. Можно перейти. Наши что-то там натворили. Нет, нет, не туда. Блять, Нейт. Горячий погиб в горячке боя. Так и напишут на могиле. О, РПГ есть. Чё ж вы молчали раньше? Ну ты попал! Можно перейти! Так держать, брат. Там еще кто-то выпендривается. Вот так же можно сделать. Все, пошли! Проклятие! У нас гости! На, Сэм, гранату. Да ладно, я уже был за укрытием. Что за несправедливость? Жизнь несправедлива. Uncharted 4 тоже несправедлив. Да ты дурак, что ли? Как завалить толстого чмыря? Пошли! Ой, проклятие! У нас гости! Все, вали! Не попадаю. Хорошо приземлился, слушай. Спасибо. Эй, давай! Да тут меня херачат. Надо выбираться.
Где кто? Пожалуйста, сядь в укрытие. Того наемника был РПГ. Вот он. Так, грузовик. Получи. Одного мало. Блять. Надо было наемника с РПГ подпустить поближе. РПГ? Да где же? Вот он. Живем. Теперь бы наших найти. Надеюсь, они живы. О, это наш старый знакомый. Что думать? Бежать надо. Так, лестница. Не так? Почему? Потому что светофор зеленый. Какой-то бешеный грузовик. Да стой, ты хватит! На лету, походу, подстрелили. Да стой, ты хватит! Да какого ты там застрял, придурок? Вот что он творит? Потому что идиот. Олег!
Проиграли. И свободу. Да, в голове звучало лучше. Молодец, парень! Ты меня выручил! Автомат забрали, сволочи. Я тебя вытащу. Спасибо. Рад тебя видеть. Ты, как всегда, вовремя. Ну, я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэма и Елену. Все уже найдено. Как, нормально? Нормально. Мы слышали взрывы, думали... А, это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Хорошо. Была пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала... царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасом. Давай мы это позже обсудим. Куда нам? К морю. На тот конец города. Ладно. Надеюсь, только весь этот шум не привлек внимания. Эй-эй-эй. Извините. А мы куда? Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, мы нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Потому что не хотел, чтобы его догнали. Он хотел удрать. Смотрите. Вот. Это его карта острова. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв. Пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... не понимают. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам... Мы уже не пацаны. Уже нет. Можно ничего не доказывать. Где самолет? Вон там. Показалось, что будет начало новой главы. Но вроде как нет. А вдруг наемники ждут нас у самолета? Не ждут. Почему ты так уверен? Потому что они идут в горе. Да иду я, иду.
Сегодня ты присоединишься ко мне в раю. Двусмысленно, да, звучит? Ни парапетов, ни перил. Что за такое строительство? Вот это, видимо, перила были раньше. Вот, пожалуйста. О, какие крутые пушки. Оборонительный форт. Что там? Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Что за хрень? Это с горы. Ловушки Эвери. Значит, наемники там подорвались? Нет, значит, они на верном пути. Эй, хватит. Давайте не отвлекаться. И сам пошел, короче, да? Шурудить тут. В поисках блестяшек. Оказалось. Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться, высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Да вон телега. Ну? Сэм, помоги. Ну и всем пофигу. Хорошо. Такие там шарятся. Где-то там есть. Давай, мы не торопимся, как пофигу. Эй, вам помочь? Нет, спасибо, справимся. Уже нет. Так, а тут что у нас? Все поросло бельем. Ну? Может, ты залезешь все же? Можно как-то наверх забраться. Вот здесь. Сюда! Типа дали мне шанс найти выход самому, да? Чтоб не чувствовать себя ущербным. А то все время Елена мне помогает в поисках выхода. Так, с этой херней можно что-то сделать. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Не хочет заставим, не может научим. Только мне надо как-то на ту сторону сначала перебраться. Или мне надо вниз спрыгнуть. Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Нахрена я это сделал? Пока не знаю.
ниже не спускаемся. Это деревянной платформой внизу. Есть идея. Нейт, помоги. А, эту штуку я не видел даже. Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Вы же меня не уроните? Заманчиво, но нет. Как знать. Я все. Вот и мы. В смысле, вот и мы? А. Я вас должен сейчас вот тягать, мы, да? Мы готовы. Подтягивай уже. Мне здесь неуютно. А волшебное слово? Немедленно. Слабый инженер. Держись! Все целы? Да. Парк аттракционов. Залезай, Нейт. Нейт, залезай, я помогу. Ты как к тебе-то пробраться? Не-не, правильно, Нейт. То последний, то плохо. Сэм! Сукин ты, сын! Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду. Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Спасали, спасали, пошли. Теперь опять надо спасать. А, чё, очередная глава, нет? Очередная глава под названием «Тупой, упрямый Сэм, дебил». Ну, хотя его тоже можно понять. Если не пойдет, может, догоним. Будет жалеть всю оставшуюся жизнь. Что он у меня получит? Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть, после всего, что с нами... Ему мало? Пошли искать. О, как знал, смотри. Опять какая-то посуда. Расписная ваза с узким горлом. Чайник, короче. Так, я знаю, что делать. По этой штуке можно перелезть. Давай. Я думал, Салли на помощь идет. Готов? Но как-то она под наклоном, или я за тормоз сейчас держался? Давай, ставь стоп-кран. Ну-ка. Есть. Так. Есть.
Видите? Не получится. Да, лучше опускайте. Давай. Чтоб тебя. Ну и как нам туда забраться? У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот только попробуй не вернуться. Люблю тебя. И я тебя, ковбой. Забота о брате, 21 глава. Уражус Кипер. Ну и здесь мы с вами остановимся до следующей серии. На этом наша серия подходит к концу. Надеюсь, она вам понравилась, поэтому не примените поставить пальчик вверх, комментировать и подписаться на канал, если еще не подписаны, и жмакать на колокольчик. Всем счастливо, увидимся, пока!